Всем привет! Добро пожаловать на канал Коф с молоком. Чё? Why are you quiet? Продолжайте. А чё, что ещё? Что ещё говорить? Счастлива или счастлива? Счастлива. Но мне кажется, я неправильно что это говорю. Давай сначала доедим вот это и потом пойду. А что я вообще тебя спрашивал? Я мужчина, я решение принимаю. Второе место. Качёва открываете? Да. Они маленькие, но... Это что, я за идеальную группу думал такую? С этого надо было начинать. Потому что ты гений. Еще один эксперимент проведем. Окей, it's going to be hard. Я думаю, вот этот, ребят, возьмем с вами. Я думаю, вот этот возьмем. One, two, three, four, five. Нельзя смотреть. Можете открывать уже. А, открыли. Если это... угадаете... Ха-ха, хуй ты угадал. Если угадаете, 5000 даю вам. 5000 рублей. Вот первый, который мы кушали, то есть смородина, вот черный, который... Да? И еще, наверное, клубника или вишня. Там два фрукта. Так. Два фрукта дальше. Вот черный, который смородина. Как называется? Смородина. Есть такая ягода. Есть. И вишня. Или... Смородина и вишня, думаете? Смородина и клубника. Что-то одно нужно выбрать. Вы можете все вкусы назвать, и, конечно, вы отгадаете. Смородина и клубника. Точно. Точно. Это был этот йогурт и вот этот. Смешно, что но я догадалась же. Вот это, а вот это не отгадала. Там ананас. А ты сказала вишня. Это вишня. Продолжаем. Значит, что? 2500 полетел. Ребята, 2500. Мне. Никакие люди. Да, потому что я половину же догадалась. Ничего не отгадала. 5000 могла выиграть, но не выиграла. Очень болел за вас, очень хотел, чтобы вы выиграли. Ты всегда так делаешь. Творожок чизкейк у нас. В йогурте. Вкусненько. Попробуйте, попробуйте. Какой? Там чизов никакого нету. Он сладкий или нет? Они все сладкие. Как кремовый какой-то. В Замбии что-то похоже на это, да? Yeah. Ну, творожок Савушкин. Первый раз такую фирму слышу. Место? Место выбирать, а я пока покушаю. Между Данон. Между Данон и Активе. А мне кажется, вот это вкуснее, чем Активе. Да, да, вкуснее 100%. Ребята, ему 5 лет! Ложка в этикетку просто. Five-year-old. А чё, блин, я же сказал, что не буду спрашивать вас. Я сам решаю, какое место занимаю. Предлагаю пробовать вот с такими штуками. Чудо-десерт. А перемешиваем всю эту блевотину. Как будто йогурт ем с кошачьим кормом каким-то. Ела кошачьим корм? Как не ел? Что такое чем корм? Кошачий, для кошек. Но я в детстве кошек. Любил. Есть кошачий корм. Я в гости приходил, там у гостей была кошка. И такой сухой корм был. Я брал, ел. Очень вкусно было. Можно такой... есть вот корм для нет, кошек? Нет, нельзя, но я ел. О, Jesus. И все потом с тобой было... Конечно, а что там будет? I don't know. Просто maybe сухой корм. Die. Все едят сухой корм в России. У вас не едят? I don't know. Я даже не знаю. Cornflakes. Я не знаю. Контекс? Нет, cornflakes. Это, ну, то, что можно... Они такие тоже, но можно с молоком, а потом есть как завтрак. Как ну, они называются? Хлопья просто. А, хлопья. Like grains. На завтрак кошачий корм едят зачастую. Вот эти кругляшки, они какие-то сильно сладкие. Это странно слышать это от тебя. Очень сладкий from Сергей. Что мы скажете, почти все съели. Так с тобой, так. Что ты съел?
Ничего мы не ели, спасибо. Пошли. Что ты съел? Ничего мы не ели, спасибо. Это будет так. Ты говори. Невкусно, невкусно. Там две ложки. Один, два, три. Три с козьими шариками осталось. Ой, и три обычных. Two, продолжай. 4, 6, 8, 14, your good. Как ты так быстро посчитал? 10, 15, минут 5, 10, 5, 4, 5. 10, 5. I'm an economist, duh. Какой экономист? I'm an economist, I'm an economist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14. Of course. А ты 13 сказала. Я сказала 13, сказала. I said 14, what's wrong with you? 13 сказала. Потом посмотрим видео. Ты 13 сказала. I said 14, guys. Сколько я сказала? 14 сказала. 13 или 12? Продолжаем. Савушкин. Савушкин неплохая фирма. Для этого мы здесь собрались, чтобы попробовать все йогурты и рассказать нашим друзьям, какой йогурт самый-самый-самый. Все. Это все, что ли? Нет? Три интересных факта про йогурт. Поехали. Факт номер один. Факт. Факт или факт? Факт. Стоп инсалтинг. Не знаю. Факт номер один. В 1900 лохматом году один из королей находился в депрессии. Это все происходило в Европе. Не знал, как бороться с депрессией, не зная, что у него было. Может быть, девушка его бросила. А может быть, простатит его замучил или еще что-то. В общем, была у него депрессия, и никто не знал, чего делать. И его личный врач сказал: «Король, попробуй просроченное вонючее козье молоко». В то время это считался йогурт. Козье молоко? О май гад. Milk from a goat, I think. Попробуй козье молоко. Козье молоко на пользу, вкус и легкость. И он попробовал это козье молоко, а-ля йогурт, и депрессия у него прошла. Так что те, у кого депрессия, больше кушайте йогуртов. Факт номер два. Да что там факт-то был какой? Факт номер два. Все йогурты обладают витамином B12, кто не знал. Откуда ты знал? You did not know. Ты врёшь, ничего ты не знал. Обладают витамином B12. И в этих йогуртах витамин B12 лучше всего усваивается от 50 до 70%. Поэтому, если вам врач сказал, что не хватает витамина B12 у вас в организме, то кушайте йогурты. Не знаю, поможет вам это или нет, но хуже точно не будет. И факт номер три. Йогурт очень похож на сгущенку. У меня все. Продолжаем. Что вы думаете об этом йогурте? Слушай, Савушкин? Савушкин меня очень радует. Очень хорошая фирма. Да ну он активе, это мы все знаем. Но вот эти ребята, на удивление, очень хороши, я считаю. Савушкин, большая благодарность вам за такие вкусные йогурты. Если бы они еще были бесплатные, было бы еще вкуснее, конечно. Тогда они не были бы такие. Ну да. Вообще не были. Я же говорил, что вас не буду спрашивать. Куда? Куда ставить? Там тоже, ну, кусочки фруктов даже есть. Вкусник очень мне нравится. Даниссимо. Малина нарисована и ежевика, по-моему, или кто это? А почему вы никогда вот так не делаете? Один, два раза вот это упражнение делает, позвоночник не будет болеть. Я хотела, но стеснялась. Все, я сделал, теперь вы делаете. No, я не 5-летний ребенок, так что я буду... В смысле 5-летний ребенок? Это как ты все взрослые делают. Дети не могут до этого додуматься. Шарики тоже сладкие. Йогурт не вкусный? 5-е место. А мне кажется, чизкейк вкуснее будет. Как нет? Смотри, какой нежный такой. Но если про вот густоты, то вот это, конечно, лучше. Но если про вкус, мне это больше нравится. 4 йогурта у нас осталось. Спасите кто-нибудь! Никто не спасет. Я раньше барменом работал. Я знаю. Вы знали? Ё-моё. Активе же. В конце такой что-то душок там дал он. Активе. I'm full, говорит. Я уже, говорит, очень полная, есть не могу вообще. Это последнее место. Окей? Ну, это последнее, а это? Предпоследнее.
Бред последний. Ладно, я думаю, где-то так. Кстати, ребят, если хотите как-то помочь нашему каналу, то я оставляю ссылку в описании на Donation Alert. Свет купил, микрофончики купил, соответственно, штативы. Купил. Самое главное и самую дорогостоящую покупку я еще не купил. А это что? iPhone! Какой iPhone? Нормальная камера. Да. Нормально снимала. Сейчас мы снимаем на обычный Samsung A51, у которого камера так себе. Поэтому, если хотите помочь нам собрать на видеокамеру... Что смешного я говорю? Я что смешного говорю? Ничего. Продолжайте. Если хотите нам помогать, пожалуйста, делайте это. Смешно, вот что я? Ничего. Я выгляжу смешно? Конечно, видите шапки, которые... Ничего смешного не вижу. Есть. Вот люди, которые стоят на улице с шапками и просят деньги, они выглядят смешно? Точно, вот, да. Они не выглядят смешно. Но... Они просят денег, у них нету денег. Я знаю, но... И я сейчас оказался в такой... И я в такой же ситуации. Это смешно. Что смешного? То, что вы просите. Someone save me. Да, конечно. Очень смешно. От вас это очень смешно. Я так не считаю. Так что, ребят, помогайте собирать на видеокамеру, чтобы наш контент еще был более красочный и более насыщенный. Yeah, guys. А у нас осталось 3 йогурта, и мы продолжаем. Даже если это смешно, вы не должны были смеяться. Могли потом посмеяться. Ох ты, вот такого у нас расцветки не было. Ну, я думаю, неплохо будет. Что так тяжело-то? Тяжело. Будьте слизывать. Слизывайте. Ну, ты не попробовал. Мне кажется, мне не понравится. Вырвалось, я это вырежу потом. Ребята, если вы были тут час назад, вы бы убили вот этот человек сейчас. Ничего не было бы. Мне кажется, где есть вот эти вот шарики, они одинаковые какие-то все. Да? Плюс-минус. Я не буду вот это оценивать, потому что мне вообще не нравится карамель. Тебе не нравится карамель? No. Как так? I don't know. 14 йогуртов. Это рекорд. Никто столько не дегустировал на Ютубе. Поэтому расскажите всем. Поделитесь со своими друзьями. Чудо. Вишня, черешня. Ой, какой вкусный должен быть, конечно же. Пористая структура. Вот это вот пузырьки вишня, воздуха. Черешня. Ой-ой-ой. Понюхайте. И вот так вот ложечкой берете просто вот так вот прям. О, что такое на ушке? А, карамель. Оу, oh yeah, baby. Очень вкусно. Чё молчите, вкусно или невкусно? Ну, не то чтобы по вкусу вкусно, но по сути вкусно. Да, вкусно! Ну вот, мне кажется, это первое место. Вкуснее его, только другой такой же йогурт. Ну, вот этот послаще, и я ему первое место отдаю. Ой-ой-ой-ой-ой. Чудо, что вы со мной делаете, а? Я согласна. Первое место у нас. Вот. Первое место. Чудо у нас вырывается на первое место. Первое. Это же чудо, вот поэтому. И последний у нас. Опять эти шарики. Последний! Наконец-то! Ой, ну кого вы обманываете? Вы бы еще столько же съели бы. Вы бы еще 14 скушали. Да? Да. Я надеюсь. Для вас это муха. Это комар. Как открывается он? Я могу уже полчаса открыть его. Как открыть баночку с огурчиками в кетчупе, не повредив крышку? Руками невозможно. Блять, открылась, ёбаный рот. Извините. Я сам знаю, как. Сам знаете. Что-то вообще какие-то опилки наложили. Я на самом деле думал, что такие йогурты с шариками, они будут вкуснее. Но они плюс-минус какие-то одинаковые. Тут вообще вода прям какая-то, смотри. Как вода. Помогать не будете как-нибудь? Не будете? Ну ладно. Тут какие-то камушки нам положили. Ох, сколько много. А, смотри, это семечки обычные. Ну. Это обычные семечки. Угу. Они что, угорают? Очень полезно, наверное, будет. Угу. Как я сейчас побежим в туалет? А в этом что-то есть. Блин, вот ребята умеют делать йогурты. Это снэк, когда вы хотите смотреть фильм, например. Вы просто сидите и спокойненько кушаете, зная, что ничего потом не будет, потому что это же семечки.
полезнее. Вот этот йогурт разительно отличается от тех йогуртов, где были шарики. Он лучше. Лучше всех. Обычную сметану заварили, семечек сюда нащелкали. Кто-то прям... И все. И йогурт готов. И вкусно. Вкусно самое главное. Черт побери. Топ-5 ну, точно. Ну, интересно. Я like this. Топ-5 он точно. О, oh, ё-моё. Обзор у нас закончен. Выделим топ. Топ-5. Последний йогурт и помойка говно. Первое место. Чудо-йогурт. Вишня-черешня. Самый топ, самый фаворит, безоговорочный. Берите, пацаны и девчонки, не ошибетесь очень. Вот с таким йогуртом, там даже вот на день рождения не стыдно Коле прийти. Вот можно подарить ему этот йогурт на день рождения и не стыдно. Коля, happy birthday to you! Это твой подарок. Все, мы уже много времени уделяем ему. Ну да. Все, вот не стыдно. Я бы вот пришел, ему если это на юбилей. Заслужил, Жень. Я нужно. Бы вот на юбилей на 40 лет кому-то пришел, вот йогурт это подарил бы и не стыдно. Я не вам бы. На юбилей подарю. Ребята, нашли подарки. А что нет, другим можно? Нет. Только на юбилей, а у меня не юбилей. У вас скоро будет? Через 10 лет только. Скоро. Второе место занимает у нас... Чертяга, вот это чудо-йогурт, 2 слоя малины и ежевика. Очень вкусный, практически такой же, как и первое место, но чуть менее сладкий. Очень вкусный, ребят, советую. Чудо-йогурт, молодцы. Третье место занимает Эпика. Мне всегда было интересно вообще, что за йогурт, потому что необычная у него этикетка такая достаточно. Это йогурт ананас Эпика. Очень вкусный, порадовали эти ребята. Вкус ананаса очень насыщенный и советую к употреблению. Эпика, йогурт ананас. 4 место, тоже достаточно неожиданно, Савушкин. Савушкин, не знаю, это фамилия, наверное, мужчины какого-то, достаточно уважаемого, или я считаю. Или девушка. Савушкин, нет, это мужчина. Савушкин с вишней, по крайней мере, очень вкусный, текстура очень приятная. Ягодки и вишни тоже присутствуют, и он занимает 4 место. И 5 место у нас опять же Эпика занимает, вместе с семечками тут йогурт. Йогурт достаточно нейтральный по текстуре, но вот эти вот семечки, они очень приятный вкус такой создают. Отдушина миндаля, наверное, какого-то. Очень вкусно, я считаю, и достойное 5 место. Что хотите еще сказать нашим подписчикам? О, наши любимые подписчики. Подписайтесь на канал, пожалуйста, и поставьте лайк. Смотрите видео до конца обязательно. Это очень важно для нас. И поделитесь также видео другим, чтобы у нас были много людей, которые будут смотреть. Так что пока, до свидания, goodbye, мучо ме вино. Да, народ, спасибо, что посмотрели наш обзор. Ставьте лайки. Также, ребят, хочу обратной связи от вас. Как вам освещение, качество? Что еще можно улучшить в наших роликах? Возможно, какие-то другие обзоры сделать, но другое кушание. Возможно, другой формат какой-то попробовать вообще. Так что ждем от вас подсказок, ждем каких-то предложений, ждем конструктивной критики, конечно же. Ну и на этом все. Поэтому пока.